Привет всем, с вами Александр и рубрика «Бодров цветовод». У нас сентябрь, холодно, ночью уже морозы, но сад, посадки, заказы саженцев и растений осенью являются очень актуальной темой. В связи с этим хочу поднять очень непростую тему, тему некачественных саженцев. Вот. Я думаю, все сталкивались с такой проблемой, ситуацией, когда вы заказываете саженцы, вы ждете с нетерпением, вы уже представляете, где они будут, как они будут расти, и что там, как будет менять картинку вашего сада. И вы получаете посылку и понимаете, что все ваши картинки могут быть уничтожены буквально в одно мгновение, потому что качество посадочного материала ужасное, никакое и так далее. Я этим летом нашел один интересный интернет-магазин. У меня был список саженцев, которые я очень хотел заказать. То есть я их находил в разных питомниках, но по отдельности. И вот на этом сайте я нашел все в одном месте. Стоимость саженцев тоже была очень хорошей. То есть для меня как будто бы сложилось все. И цена, и разнообразие, и все в одном. И я решил сделать заказ в этом интернет-магазине. И вот в конце августа я получаю коробку, открываю ее и нахожу кучу сухих палочек с мотками земли. Я, конечно, сейчас приложу это видео с обзором, что я увидел. Ну что, друзья, получил я посылку из сад клуб профи. Хочу скрыть и снять это на видео, потому что неоднозначный интернет-магазин, очень много негативных отзывов о качестве этого питомника, о качестве саженцев, которые они присылают. Просто отзывы прочитал уже после того, как сделал заказ, поэтому очень настороженное у меня вскрытие будет. Будем вместе скрывать. Итак, давайте посмотрим, что тут у нас есть. Абрикос, миндаль, спирея, красивоплодник, форзица, дервила, клематис и керия. Так, что-то без названия, без этикетки, что-то совсем сухое. Ага, первый вопрос, что это такое? Дальше. Еще одна палочка. Сухая или высушенная. Без названия. Так. Здесь спирея Candlelight. Мне интересно, они у них хранились, что их присылают совершенно сухими. Ну вот спирея. Так. Спирея White Gold. Сухая совсем. Тут положили подарок, видимо. Что тут? Керия японская. Ага. То есть хосту. Под хосты, вместо хоста, вместо керия они прислали какую-то хосту. Спирея Gold Mount.
Это сухая. Так, тут, видимо, клематис. Пока окей, сейчас посмотрим. Ужасно, конечно, качество. Просто все сухое абсолютно. Форзиция Розеум. Спирея... А, нет, это спирея Билларда. Даже намек на то, что тут же есть живые почки. Нет никакого. Так. Зато корневин положили. Как будто бы он здесь понадобится. Так, Дирвилла блестящая. Вроде бы как даже живая, хотя кожица уже слезла. Так, здесь что это такое у нас? Миндаль Розенмунд. Высушенный абсолютно. И абрикос снегирек. Тоже абсолютно сухой, с сухими почками. А, он весь обрезанный. Угу. Так, и первые два. Это красивый плодник якобы. И форзиция Розео. В общем, набор сухих веток. Да, это клематис, который тоже абсолютно видно уже сразу. Сухой, безжизненный. В общем, единственное живое растение здесь хоста, которое не заказывал, но здесь приклеили этикетку керрия. То есть у нее даже сухой палки не было, на которой можно наклеить керрию. Ужасно. Вообще просто ужасно. Я даже не подозревал, что такая наглость до сих пор еще может существовать в интернете. И они безнаказанно занимаются этой херней. Поэтому буду писать им претензию. Посмотрим, как они отреагируют. В общем... Ну, я был готов на самом деле уже, потому что придет абсолютно полная хрень, но не думал, что они настолько наглые. Поэтому, друзья, мне нужна будет ваша поддержка, чтобы вы поддержали именно это видео, делали какие-то репосты с не с требованием, с рекомендацией никогда не покупать в интернет-магазине КСП Клуб Сад Профи. То есть вот в этом магазине покупать ничего нельзя. Ну так вот, возвращаюсь. Я звонил, я начал переписываться с отделом гарантии на этом сайте. Меня заставили прислать несколько раз фотографии. В итоге последнее письмо, которое я получил от менеджера, сказали... Написали, что, ой, вы знаете, после транспортировки растения находятся в стрессе, вы их подержите, замочите, может быть, срежете там несколько веточек, посмотрите, насколько они там живые, неживые, и давайте мы свяжемся с вами через несколько недель, и вы, потому что мы уверены, что все нормально, и растения оклемаются. И после этого сообщение, на которое я, конечно, разумеется, ответил возмущением, я говорю, они уже мертвые, то есть я-то уже развернул полностью, я уже веточки пообрезал, ни намека на живой саженец там нет. Так вот, они просто перестали отвечать, и я так предполагаю, что они не собираются ни возвращать деньги, ни делать возврат. Ну, в общем,
это просто настоящий обман и надувательство, которое есть у нас в интернете. Честно, не понимаю, как, за счет чего живут эти интернет-магазины, зачем это нужно, зачем портить себе карму гневом возмущенных покупателей. В общем, я хочу эту тему открыть, потому что на самом деле таких интернет-магазинов очень много. КСП, клуб садоводов-профессионалов, это на самом деле само название даже издевательское, сейчас уже я понимаю. То есть они издеваются над садоводами, высылая им солому, да, хворост. Но таких магазинов, я знаю, есть. И даже за свои несколько лет, пока я делаю заказы, я уже такими встречался. Например, есть всем известный интернет-магазин Бекер. Они не присылают мертвые саженцы, они просто присылают полный пересорт. Хотя, однажды делав заказы в Бекере, я прям получил сухие саженцы, но, слава богу, они мне сделали возврат денег за сухие саженцы. То есть я все тоже отправил, фотографии, видео и так далее. Мне там именно за сухие саженцы деньги вернули. Но с сортовой ответственностью там у них, видимо, проблемы, поэтому за сорт они не отвечают. Есть еще магазин Агромаркет 24, там тоже похожая ситуация. То есть это очень раскрученные магазины, интернет-магазины. У них очень огромные средства, видимо, уходят на рекламу, а поэтому на качество саженцев у них денег не хватает. Вот они высылают всякую солому, хворост и хрень. В общем, друзья, я предлагаю к этому видео в комментариях, чтобы вы оставляли свои истории о том, где вы приобретали саженцы, в каких магазинах и где бы вы точно не рекомендовали. Пускай это видео висит в интернете, пускай люди, которые собираются делать покупки в таких магазинах, как КСП, клуб садоводов-профессионалов, клуб Сад-Профи, Бекер или Агромаркет 24 и других, чтобы они знали, на что они идут, потому что я на самом деле про вот этот КСП почитал отзывы уже после того, как я сделал заказ. И, конечно, это было поздно. И, конечно, я уже понимал, что это будет. Но я не думал, что это будет такая наглость, где весь заказ это будет сухая солома. Не пожелаю никому. Поэтому, друзья, давайте в интернете будем заботиться о нас, о потребителях, сами. И этот отзыв как раз призван тому, чтобы вы в комментариях оставляли весь свой негативный опыт, связанный с покупкой саженцев в различных интернет-магазинах. Пока-пока.